Друзья, всем привет, и мы продолжаем игру Swamp Attack. Это новые обновления, появилась новая кнопка испытания. В прошлой части мы с вами уже прошли 3 миссии, вот сегодня пройдем 4-ю. Но вначале, друзья, хочу передать большущий привет всем нашим подписчикам и зрителям. Кроме того, особый привет, охотничий привет Александру Каранай, Андрею Плашухину и Ире АФШМ. Ну что же, здорово, друзья. Вот за испытание проголосовало 4 подписчика, поэтому с удовольствием мы их возьмем. Но вначале, друзья, вот несколько подписчиков попросили, чтобы я с ихними командами сразился с боссами. Итак, подписчик Дада Мурзилкин попросил, чтобы я сразился с механическим боссом, вот, и с его оружием. Попросил, чтобы я взял вот двустволку, РПГ и лазер. Ну что же, с удовольствием иду навстречу. Итак, давайте-ка сразимся с этим механическим монстром и попробуем победить. Итак, вперед, вперед, вперед. За механическим монстром, это 7-й босс. Вот, давайте-ка мы попробуем его победить. Итак, босс 7-го эпизода, вот этот замечательный механический монстр. Ну что же, вперед, друзья, давайте-ка сразимся и попробуем, что из этого получится. Вот, постараюсь я при помощи нашего вооружения от подписчика вот здорово сразиться. Итак, на механического монстра не работает чучело, вернее, вот это забавное пугало, которое вот в прошлой части появилось благодаря обновлению. Ну что же, вижу, не так просто справиться. Давайте-ка я немножко лазера подключу наш РПГ, и вот так здорово гранатометом будем расправляться с врагами и с вот этим механическим монстром. Итак, давайте-ка вперед, вперед, вперед. Вот не работает здесь вооружение, чтобы мы не бросили, механический монстр будет втягивать. Итак, закончилось у меня заряды. Вот РПГ, значит, будем при помощи лазера вот так здорово поджаривать этого монстра. Давайте-ка я еще запущу кислотное облако, чтобы это немножко нам помогло. Ну что же, супер, друзья, вот так здорово, вот практически добиваем босса, и это победа. Ну что же, замечательно, замечательно. Вот так здорово у нас все получилось. Кроме того, давайте-ка, вот, друзья, у меня появилась интересная идея. Вот давайте-ка мы с вами мешать. Одно испытание, одно просьба от наших подписчиков насчет боссов. Вот есть у меня еще просьба вот от Валерии Добровольской, чтобы я сразился с первым боссом. Еще просьба от Светланы Белых, чтобы я сразился с миниганом, с любым боссом. Ну что же, выполню просьбы подписчиков. Ну а сейчас давайте-ка пойдем в испытаниях. В испытаниях ничего наше оружие не стоит. Испытания нам дают в произвольном порядке. Вот довольно-таки прикольные миссии. И вот в конце испытания дадут, у кого нет денег, вот это забавное пугало. Итак, давайте-ка посмотрим сегодня 4-е испытание. Есть у нас двустволка, есть лазер и есть вот бутылка, вернее, вот это канистра с бензином. Вот попытаемся, я буду ее экономить вот до последнего момента. Вот если уже будет крайний случай, чтобы мы могли остановить врагов. Итак, пока останавливаем, постанавливаем. Лазер я пока тоже приберегу. Ох, как здорово пошли в атаку. Но ничего, наш охотник молодец. Вот так, 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 давайте-ка я все же буду стараться беречь заряды. Итак, здорово, что у нас есть хамелеон. Немножко вот прореживает отряд. Итак, пробуем остановить вот этих вредных енотов. А то они своими петардами довольно-таки здорово нанесут нам урон. Итак, пробуют. Да, ну вот последний енот все же доплыл до нашего охотника. Вот, ну, как-то вот так. Итак, что у нас за подарок? И вторая канистра подарок. Очень неплохо. Итак, половину пути мы уже с вами продержались. Вот, очень даже неплохо. Вот, и очередного енота удалось убрать. Итак, пробуем убирать кабанов. Ого, ничего себе, смотрите, какой прикольный кевларовый шлем у этого енота. Вот не удалось его остановить. Ничего себе, вот вредины. И сколько жизни ушло, где мой лазер? И вот так, ай-яй-яй, вредина. Ох-ох-ох, сколько жизни забрал. Итак, давайте-ка вот при помощи лазера поджаривать вражеский отряд. Вот так, и давайте-ка вот этого тоже попробуем поджарить. Вот не попробуем, не будем допускать. Итак, где же наш бензин?
Вот так здорово. Итак, где же наше ружье? Итак, пробуем, 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 пробуем останавливать. Вот так, неплохо, 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 неплохо. Вот, отлично. И еще вот так. Ой-ой-ой, пошли, 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 пошли в атаку. Вот, давайте-ка попробуем как-то что-то сделать. И почему-то очень мало вот удалось мне нанести урона. Эх, вы видели, как неудачно взорвалась? И, к сожалению, не смог, не смог, не справился я. Вот, не справился с вот этой миссией. Ну, как-то вот так получилось. Не очень хорошо. Вот, довольно-таки жесткие здесь оказались требования. Наверное, что-то я сделал не так. Ну что же, ничего страшного, ничего страшного. Давайте-ка мы с вами вернемся назад. Пойдем вот с командами от Валерии Добровольская. Вот, пройдем первого босса. Ну, первого босса, я думаю, мы с вами пройдем просто вот с ружьем. Первый босс самый слабенький. Вот, давайте-ка отправимся с вами в компанию. Вот, возьму я самого первого, самого слабенького босса. Вот не жаль даже на него тратить серьезное вооружение. Хотя мы можем на нем попробовать вот этот забавный, как действует, подействовать на него. Вот давайте-ка я возьму хардкор, тяжелый уровень с черепом. И попробуем, как на него будет действовать вот именно вот это пугало. Итак, резня бензопилой, пока я не буду, вот даже не стал себе другое вооружение ставить. Вот есть РПГ по нолях, лазер немножко зарядов осталось. Ну, видите, помощники, в принципе, здорово расправляются с врагами. Итак, друзья, жду от вас команд. Вот и вооружение, с каким сражаться боссом, стоит ли брать помощников, либо без помощников. Ну, видите, я даже могу не стрелять. Довольно-таки здорово помощники расправляются с бобрами. Вот интересно мне, как вот гигантский бобер будет действовать на это пугало. Вот просто-просто интересно. Вот сейчас хардкор, как бы тяжелый режим, поэтому должны были бы быть бобры пожестче. Но вижу, не очень они и жесткие. Ну, как-то вот так. Итак, 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 помощники здорово действуют. Хотя, мне кажется, лучше брать без помощников. Ну вот, пошли уже более серьезные бобры. Вот смотрите, нужно уже подключать свое вооружение. Вот удалось их убрать. Отлично. Итак, пусть охотник пока перезаряжается, а охотники отстреливают бобров. Ну вот, здорово. Медведь тоже начал забрасывать врагов своим коктейльным молотом. Ну, как-то вот так. Ну что же, замечательно, замечательно. Что в уточке, а вот еще монетка тоже подберем. А, ну вот и вот этот босс. Итак, давайте-ка я проверю вот эту новую фишку. Вот это новое пугало, которое появилось. Вот это новое вооружение, которое добавили разработчики. Ага, да, вот смотрите, как здорово пугается. Вот, отходят назад бобры. То есть только начинает, а вот только я не пойму, то ли его уничтожили, то ли проходит время, и вот бобер пропадает. Но ведь видите, даже босс, бобер убегал от этого, вот от этого пугала. Ну, как-то вот так. Итак, давайте-ка я попробую вот сейчас при помощи ружья просто вот избавиться от этого босса-бобра. Ну что же, довольно-таки сильный босс. Вот, мне кажется, сейчас, когда попадет на бомбу, он здорово ему достанется. Итак, посмотрим. Да, вот видите, попал на мину, и на мине он взорвался, я даже не стрелял. Вот прошли хардкор, довольно-таки легко, непринужденно. Ну, что и следовало ожидать. Все же первый босс самый слабенький. Вот, а у нас прокачано ружье, поэтому вот такой вот хороший результат. Ну что же, неплохо, друзья. Давайте-ка мы сейчас еще раз попробуем с вами пройти испытание. Вот я посмотрю, какую же я сделал ошибку. Ну, постараюсь сейчас как-то лучше ее пройти. Вот немножко не хватило. Немножко не хватило. Вот надеюсь, что сейчас удастся пройти вот это четвертое испытание. Итак, Drag Race называется это испытание. Дают нам лазер, дают нам вот эту канистру с бензином. Почему она нам не помогла, друзья, не знаю. Вот, вот давайте-ка комаров убирать и вот этих енотов. Итак, подзаряжаем ружье. Вот, отлично, отлично, отлично. Ну, в принципе, комаров мы не так можем бояться, потому что комаров все же помогает отстрелить нам вот этот хамелеон. Вот, отлично. Итак, ждем, 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 ждем. Ох, 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 нужна перезарядка. И да, 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 есть, есть возможность. Вот так здорово отстрелили енотов.
Вот очень хочется мне сегодня пройти вот это испытание. Надеюсь, что удастся. Итак, ждем, ждем, ждем. Да, вот. Вот пришел момент, и нужно срочно отстреливать енота. Вот так, да, 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 да. И вот не хватает сил, чтобы их добить. Ну, вот перезарядил ружье. Итак, да, вот последний енот. И есть канистра. Вот есть канистра. Ох, ох, ох. А ну-ка, 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 друзья, давайте-ка брошу канистру. Вот, да, удалось вот остановить енотов. Отлично. Ну, а теперь нужно перезаряжаться. Нужно перезаряжаться. Ну, как-то вот так. Итак, попал довольно-таки сильный енот. Вот, давайте-ка попробуем его остановить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И как-то вот так. Ну, вот, смотрите, сколько времени на жизни забрал. Что же, неприятный момент. И вот идут в атаку. Давайте я их еще при помощи канистры как-то попробую. Ай-яй-яй, что сделали? Сколько жизни убрали? Вот, была ошибка, наверное, все же использовать канистру. Вот на этих монстров нужно было. Я бы их при помощи огня немножко бы вот удалось их убрать. Ой-ой-ой-ой-ой. И вот как-то так. Ну вот, друзья, все, это уже проигрыш. Ничего я не смогу уже сделать. Вот как-то так, довольно-таки жесткие испытания, ничего не могу сделать и проигрыш. Не удалось пройти, не удается пройти вот эту миссию, ну как-то вот так. Что же, вот жду ваших отзывов, рекомендаций по прохождению этой миссии. Вот, а почему я не использовал лазер, друзья, я даже не понял. У меня же был лазер, я мог бы его использовать, но как-то вот стормозил. Что ли, что-то не обратил внимания. Ну что же, давайте-ка пойдем еще компанию. Вот, пойдем компанию. Светлана Белых попросила, чтобы я сегодня с миниганом расправился с любым боссом. Ну что же, пойду вам навстречу. Итак, давайте-ка выберем миниган. Вот, давайте-ка уберу РПГ, возьму миниган. Кроме того, давайте-ка вот смотрю, кого бы взять. Какое бы еще вооружение? Давайте-ка я вместо лазера возьму еще огнемет. Ну а вы пишите в отзывах, рекомендациях вот ваше вооружение. С каким боссом хотите, чтобы я прошел? И я согласно ваших отзывов в комментарии. Ну и конечно зачитаю от какого подписчика какая рекомендация. Ну и будем сражаться и посмотрим, что из этого получится. Ну что же, вперед, кстати, вот помощника мы тоже можем выбирать. Либо бабу Клаву, либо охотника, либо медведя, либо вообще без помощников. Ну, как-то вот так. Вот, кстати, бомбы тоже было бы здорово поменять. Ну, пока давайте-ка все же я оставлю. Итак, какого же босса мы возьмем? Итак, давайте-ка я хочу что-то необычное. Давайте-ка мы возьмем вот того огненного монстра. Очень прикольный монстр, вот Годзилла. Вот давайте-ка я сражусь в обычном уровне, хотя можно было бы и в хардкоре. Здесь только один нюанс, здесь вот мисс Чистюли, вот эти забавные инопланетные бабушки с пылесосами, они втягивают все вооружение, только кислотный дождь может помочь. Поэтому пока давайте-ка мы их вот расстреляем с двустволки. Вот, возможно, друзья, было бы здорово пройти вообще всех боссов. Итак, где же мой миниган? Итак, вперед, вперед, миниган. Вот так здорово наносит урон. Давайте-ка мы вот разом и с этой Годзиллой еще здорово вот подстрелим и этих инопланетных бабушек. Ну что же, вот так здорово действует миниган. Вот несмотря на то, что этот монстр довольно-таки сильный. Ну, вот закончились, к сожалению, патроны. Но у нас есть огнемет. Итак, огнемет против огнемета. И вот так здорово удалось нам победить этого босса. Ну что же, супер. Итак, друзья, пробую еще раз пройти то испытание четвертое, которое я не смог. Вот, нужно будет, конечно же, вот пробовать все вооружение. Есть у нас лазер. Вот я его как-то не использовал. То есть его нужно будет использовать на вот этих с кевларовыми шлемами. Вот кто-то у нас был, по-моему, еноты. Ну и сейчас попробуем. Итак, вот этот рекламный ролик после босса. А мы с вами отправимся сейчас вот в испытание. И я все же попытаюсь пройти вот этих енотов в кевларовых шлемах. Вот очень обидно, очень хочется пройти вот это испытание, и вот не хватает ресурсов. Так, вот собрал я, вот что у нас здесь. Итак,
стараясь с первых же выстрелов, с первых же моментов нанести побольше урона. Вот так здорово. И так, да, вот так хорошо проредили вражеский отряд. Отлично. Вот замечательно. Есть канистра, но я ее буду беречь. И да, есть аптечка, вот только зачем я ее взял? Ну не знаю, вот как-то взял. И так. Есть возможность. Прорежаем вражеский отряд. Вот отлично. Итак, давайте-ка немножко собьем вот этих. Итак, давайте-ка вот канистру бросаю. Вот перезаряжаемся. Вот почему она не взрывается? Ага, вот так вот. Вот в чем нюанс, друзья. Я вот просто забыл, не часто пользовался канистрой. В канистру надо выстрелить, чтобы ее активировать. Вот так, здорово. Итак, еще одна канистра в запасе. И давайте-ка я вот этих вредных енотов буду просто вот так как-то... Вот так издалека при помощи лазера. Итак, есть одна аптечка. Вот, очень неплохо. Большую часть жизни мы уже с вами прошли. Итак, пробуем останавливать вот этого енота в кевларовом шлеме. Вот, здорово. Удалось его остановить. Давайте-ка еще этого. Ай-яй-яй. Итак, давайте-ка я его из лазера попробую поджарить. Вот так, хорошо. И еще вот этого енота. Вот так, замечательно. Итак, очень-очень неплохо. Вот, да, вот на что нам нужен был лазер. Итак, давайте-ка я еще попробую вот этот отряд. Вот этих черепах. Да, вот супер. Просто отлично сыграли. Но вот видите, нужно было разработать свою тактику, стратегию. Все у нас получилось. Ай-яй-яй-яй-яй, еноты пошли в атаку. Вот последняя волна. И я боюсь, друзья, что сейчас они могут нам очень здорово повредить. Ай-яй-яй, последний енот. И... Ой-ой-ой-ой, и последний енот, как нам его остановить? И вот видите, буквально на последнем еноте я, к сожалению... Ай-яй-яй, давай. И вот, к сожалению, и буквально, ну, на последнем волоске не хватило нам, чтобы победить. Ну, обидно, досадно, но ладно, как-то вот так, друзья. Вот не удалось сегодня мне пройти четвертое испытание, как не обидно. Вот, ну, как-то вот так. Ну что же, здорово. Итак, на этом, друзья, я с вами уже сегодня буду прощаться. Вот, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. И, конечно же, пишите в отзывах, в комментариях, вот с каким боссом, с каким вооружением вы хотите, чтобы я сразился. И я, согласно ваших отзывов, буду вот сражаться. Кроме того, есть забавная фишка, мультиплеер. Можем сражаться с другими игроками со всего мира. Вот для этого достаточно подключиться для интернета. Либо идти дальше в испытаниях. Ну, видите, что-то сегодня в испытаниях у меня не повезло. Вот, остается еще одна единица энергии. Вот, я надеюсь, что все же удастся. Ну, давайте-ка, друзья, все же попробуем еще раз сразиться. Но не хватает сил. Не хватает буквально сил, и обидно, и ничего здесь нельзя сделать, потому что испытание только с тем вооружением, которое у нас есть. Больше ничего сделать не можем, разве вот, друзья, вот этот момент, чтобы брать и вот это оружие, канистры оставлять на самый конец, чтобы вот там была возможность поджарить вражеский отряд. Ну, как-то вот так. Что же, пока давайте-ка я буду как-то пробовать останавливать врагов, хотя видите, как здесь непросто. Вот, я что думаю, возможно, есть все же пополнить мне перчик, тогда была бы большая возможность останавливать врагов. Вот, неплохо. Давайте-ка еще этих комаров попробуем остановить. Итак, давайте-ка я брошу канистру. Вот так, здорово. Удалось остановить немножко енотов. Вот, неплохо. Итак, нужно ждать время, чтобы перезарядилось наше ружье. Итак, что у нас еще одна канистра? Вот, неплохо. Ну что же, половину я прошел, но это пока еще цветочки, потому что пока не пошли в атаку еноты в вот этих шлемах. Видите, один добрался и что сделал? Так, давайте-ка я буду поджаривать его вот при помощи лазера. Вот, отлично. И второй енот. Вот, давайте-ка, отлично. И еще вот этого енота давайте-ка поджарим. Вот, здорово. Ох, что делать эти комары? Смотрите, сколько жизни забрали вредины. Итак, пробуем останавливать черепах.
Ну, они, в принципе, легко бьются, поэтому, вот, мне кажется, на них стоит, не стоит тратить патроны. Вот, лучше как-то постараться сэкономить. Вот на этого. Итак, давайте-ка вот бросаю канистру. Вот, а ну-ка, вот, да, вот, выстрел. Хороший, но вот не смог, опять же, остановить. Вот, ну, как-то вот так. Ну что же, не удается, друзья, не удается мне пройти вот этот нюанс. Не знаю, в чем дело. Наверное, нужно пополнять перчики. Вот нужно будет пополнить перчики, чтобы была возможность пользоваться более активно ружьем. Тогда, возможно, удастся вот победить. Пока сегодня не могу я пройти испытание, как не обидно. Ну, как-то вот так. Ну что же, друзья, на этом прощаюсь. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, ожидайте новых серий. Конечно же, пишите в ваших отзывах, комментариях, рекомендации по этой игре, как пройти мне испытание. Возможно, что-то я делаю не так. Вот, пишите от тех боссов, с которыми и вы хотите, чтобы я сразился, и о вооружении, с которыми я сразился. Ну и на этом все. Итак, всем пока-пока. А чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик, и к вам, друзья, будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч!